На данный момент у меня стандартное настроение, как всегда, карантин не мешает моим тренировкам, мы спокойно тренируемся. Мы находимся в той стране, в которой определенно карантина нету, мы спокойно передвигаемся, зал у нас работает, поэтому все в стандартном режиме тренировки и подготовка. Пока что неизвестно куда, но мы готовимся. Конечно же, ближайшие планы – это подготовка к бою «Беллатор». У нас есть месяц, это октябрь, и мы готовимся, мы сфокусированы. Что бы там ни было, мы ждем хороших новостей с окончанием пандемии. И, конечно, на территории Республики Беларусь это наши турниры BFC. Следующим мы будем делать турнир BFC 51, это 30 апреля. BFC 52 14 мая и BFC 53 28 мая. С каждым разом мы усиливаем файт-карт, делаем более конкурентные бои и будем стремиться становиться все лучше и лучше. У меня нет мечты, у меня есть цель. На данный момент это пояс «Беллатор». Когда он будет у меня, я буду ставить новые цели. Сейчас весь мир замер в ожидании победы над пандемией. Беларусь является единственной страной, в которой можно проводить профессиональные турниры. И также, конечно же, уровень спортсменов в этой стране. Не раз белорусские спортсмены завоевывали мировые пояса, такие как UFC Андрей Орловский, Роман Крыкля, One Championship, Денис Зуев, Cool Moon Fight. И также я выигрывал пояс К1 в Японии. Ведь «Горилла» — это энергия моего главного боя. У «Горилла Энерджи» профессиональные и креативные команды. Они являются лидерами в производстве энергетиков. Их команда собрала лучших. Я люблю работать с лучшими и находиться в команде лучших.